И всем привет, дорогие друзья, с вами Инди, и мы продолжаем играть в игру под названием Фури или Фари. Мне эта игра так понравилась, что я ее захотел прям пройти почти что залпом. Не знаю, будут между сериями другие игры, но эту игру мы 100% пройдем. Даже, возможно, пройдем на более сложную сложность. Фури плюс, если правильно помню. Посмотрим. Давайте продолжаем. У нас сейчас будет противник, какой-то повелитель времени. Я принес управление, подготовился, и сейчас будем прям вот с первого раза. Я надеюсь, я ни разу не проиграю, потому что я прям настроен на то, что мы выиграем. Can you feel it? It's like a dream. The breeze, the peace. Feels like we could take off and leave this place behind us. But you know better. Nothing is what it seems. We're stuck here, and the real world is somewhere else, down there. The old man coming up, there's more to him than meets the eye. A master of time, so they say. But if he's such a master, if he saw it all coming, why didn't he do something about it? Why didn't he stop it from happening? Or at least warn me? But look where we ended up. Я, кстати, сделал звук потише, а музыку погромче, для большей. Не знаю, просто музыка, мне кажется, важнее в играх. Ну, по крайней мере, в записях точно. Музыка прикольная. Такая простая, но неплохая. Блин, да давайте я уже его убью. Достали. Долго мы будем вот это идти? Chose to be here, but we are definitely not cool with this. We are getting out of here. Пропустить почему нельзя? Очень долгое отступление. Я так понимаю, мне он туда нужен, на тот остров. А наконец-то. Ну что ж, приступим. 5 минут ходьбы, блин. Welcome, stranger. I've been looking forward to this moment. I foretold your escape, but not how far you'd get. I am glad you made it to me. Time is a picture in motion through eternity. When you appeared, everything got still. You made the picture stop. I'm here to make my clocks tick again. I can't kill you, but I can remove you from my here and now, capture you and bring you back until the next cycle. Ура! You live under the illusion of control. Abandon the fight. It is written. Стой! Что-то как-то непонятно, что происходит. А, я придумал. Да блин. Ой, это хилка. Блин, была. Ай. Слушай, он меня так убьет. Не очень удобно его так убивать будет. I see your future. Да достало.
Как мне его защиту пробить? Ой. Серьезно? О, это было очень так, не знаю, неожиданно, странно. Давайте вот так попробуем. You live under the illusion of control, abandoning the fight. It is written. Ой, 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 сам себя сейчас убью. Какими темпами? Так, ну, главное не создавать новых проблем. В смысле, я получил урон? Каким образом? Ай, да блин, он когда стреляет из этой пушки, он не может двигаться. Беги! Короче, давайте вот так пробивать. Да ладно, серьезно. То я пробью. Это самый странный босс, пожалуй. Ну хотя я только двоих видел, так что. Так, ладно, надо пробиваться только с одной стороны, я так понимаю. То, что я сейчас сделаю, это фигня полная. Ждем. Во! Ай, блин, да серьезно? Серьезно? Даже все же свои жизни потеряют таким темпом. Окей. О, это хилка? Нет, это не хилка. Блин, надо пробить их. Ай, ой, не заметил. О, неплохо. Тут он прыгает, если честно. Это круто. Нет, со всей проблемы делаю. Так, пробиваем уже этот щит. Начинаем второй щит пробивать потихоньку. О, этот босс будет трудным. Хорошо, что у него мало жизней. Ну, в плане полосок. Но по-любому будет потом сложнее намного. Мне это сейчас нелегко. Меч-то не работает, правильно? Ну да. Это было бы слишком просто. Вот, уже пробился почти. А внутрь... А, внутрь нельзя! Черт. А, это, блин, тут неожиданно-то. Так, щит он с той стороны открыт. Шпли, блин, не попал. Шмли, блин. Да, что ж такое, надо щиты убирать, мешаются. Ой. Может, выгоднее отбивать будет, если честно? Я не... Блин, серьезно? А ну-ка, отбиваем. Блин, все, почему они отбиваются? Ай. Опять меня выиграли сейчас. Чувствую. Ну-ка. Не, отбивается. И они усиляются, что ли? А ну-ка. Не, просто у меня контратака, я понял.
Это они отбиваются, просто у меня контратака очень медленная. Точнее, короткая. Блин. Так. Я почти снял все щиты. Блин, ты медленный босс очень. Он скорее выматывающий, чем сильно-сильный. Так это пока что. Потом-то он будет еще сильнее. Бел. Ух ты, попал. Повезло. О, да ура, он щит снял. Ой, в смысле. Ай. Чего? Идите нафиг, а. Ты побиваться вообще собираешься, нет? Нет. А как тебя убивать? Типа, тупо выжидать получается? Окей, я просто буду ждать. Выжидать я умею. А, не, ему урон наносится вроде. Цвет меняется. Ай, блин. Минус еще одна плоская жизнь. Вставай. Ай, да, я так понимаю, ему урон нельзя нанести. Блин. Да блин. Дамажим, дамажим, дамажим. Да не туда. По нему надо, я понял. Что за лава? Не, это изи. Ай. Ай. Может, уже все, нет? Слишком жирно. Что-то перебор, по-моему. Может подражать его так? А, одно хп. Надо стал ты попадать по этим штукам. Ура! В смысле, что не все? Да иди ты нафиг. Вообще жесть. Так, я уже достаточно далеко зашел. Ну да, вторую фазу. Вторая фаза, второй полоски жизни, скажем так. Так, раз, два, три. Да блин, серьезно? Ждем. Вот, чё близко-то? Это ходил обычно раньше. Нечестно! В упор! Ты ходил обычно раньше. Ты ходёшь, а? Я ж тебя отомщу. Гадёнышу такому, а? Который нечестно играет. Будешь играть по правилам. Ай, почему? Я ж нажал. Ну, да, сейчас было лишнее. О, хилка. Спасибо. А! Хилки, хилки, хилки. О, хилка. Хрен. Давай, раз. Два. Да блин, это постоянно я атакой. Надоел. Бесит меня эта первая атака, она очень такая противная. Очень-очень противная.
Хорошо, в жизни много. Давай. Опять. Вот надоел он первую атаку, он так долго ждет, блин. Зайдёныш. Да, надоел ты мне. Да, надоел. А! Надоел. Чё ждём? Надоел, всё. Всё, самая легкая фаза пока что. А потом жизнь начнется. Ай, забыл. Опять забыл. О, вот потом жизнь начнется. Там, кстати, жизни были, можно было взять. Успокойся. Всё, сейчас жизнь начнется. Которую я вообще не понимаю. О, жизнь, 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 жизнь. Так. Сейчас жесть. Ай. Опять первая атака. А, нормально, промазал. Надоело со своей первой атакой, просто ужасно сильно. А, пуля не работает. Серьезно? А как он меня с одного удара побил? У меня же было еще достаточно жизни вроде. А, я, наверное, в свою же мину попал. Ну, бывает, ладно. Так, надо не тратить жизни до того момента. В смысле, я же отбиваю, чё ты? Ладно, сейчас поднаберем жизни. О. О, жизни. А, не успел. Не, можно их вообще тупо отбивать по логике. Вот, жесть. Уменьшаем, 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 уменьшаем количество. О, жизнь. Больше жизней. Че, прям во мне появился? Зачем? Прифигел. А. Так, первая атака с задержкой. Раз. Первая атака с задержкой, я запомнил. Задержка. Задержка. Блин, нет. Задержка слишком. А. Нашел опять. А. Черт. Ты идешь, нет? У меня слишком мало жизни. Блин. Последняя полоска жизни. Что делать? Вставай. А что со мной? Так вообще, когда он меня сам воскресил. Раз. Два. Три. Блин, там слишком короткое расстояние было. Четыре. Начинаем. Жизни можно? Жизни есть. Спасибо. Готово. Вот сейчас жесть начнется полнейшая. Я вообще не знаю, что делать. О, две жизни. Целых. А куда они делись? Давай. Задержка. Раз, два, три. Ай, ладно. Где еще жизни? Блин. Задержку опять не посчитал. Еще жизнь. Давай, задержка. Раз, два, три. Да блин, я ж подождал задержку. Какого черта?
Что за фигня? Что творишь? Непонятная хиня творит. Вообще, то он, главное, контратакую, и он после нее сразу атакует. То есть, как бы, нелогично. О, сейчас это, вот это я правильно сделал. Не убью, да. Последний раз надо. Окей, ты сам выбрал эту атаку. У меня с ней проблем нету. Фух, последняя полоска осталась. Это жесть. Полнейшая. Сейчас полнейшая жесть начнется, я чувствую. Он неуязвимый, нормально, блин. А, ну это я, честно, так, изи. Ай. 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 Короче, под краешком просто бегаем. Вау, это еще что? О, не, это жесть. У меня жизнь, мне все две полоски жизни, серьезно? У меня одна полосочка осталась. О. Серьезно? Мне все это ломать надо? Да твою ж дивизию, это что-то тебе японская РПГ какая-нибудь, а? А, гениально умер. Что за жесть? Последняя полоска жизни, я не знаю, что сделаю, если я погибну. Это просто жесть будет. Ай, чертов временщик, а. Так просто не сдамся. Не, ну это как бы просто. Вот сейчас пойдет уже жесть. Ой. Ой. Может, рывками двигаться? Нет, плохая идея. Так, начинается, да? Окей. Четыре полоски жизни я потратил. Так выгоднее. Это полнейшая жесть. Все, я понял. Чтобы было проще, надо просто не уничтожать обычным выстрелом, только мощным. О, а я тем более еще эти уничтожаю. Нормально. О, идеально. Меньше штук, меньше проблем. А, блин, я попасть не могу. Не, это легко. А, только не в спину. Фух, вовремя. Ай, я не туда хотел целиться. Ай. А, не, зачем я это сделал? Убираем лишнее. Лучше вообще контратаками пользоваться. Ай. Жесть. Не, ну с края так безопасно, если честно. Все. Все, да? Да, все. Да, блин, убейтесь. А я уже ждал этого. О! Ну, это была битва очень нудная, но интересная. Мне прям интересно, что еще игра нам приготовит. Время обратно потекло. Our man on the rocks, he knew a lot.
He even figured out why you were sent to us. Look at the sky, he kept saying. The dot on the sun. But no one listened. Окей, ну а на этом мы уже закончим. Я думаю, вам игра тоже понравится, как и мне она нравится. Но этот босс, конечно, был ужасно жутким, но мне эта игра, честно, чем-то Undertale напоминает. Тоже противники атакуют, мы выворачиваемся, атакуем, ну, такая немного похожа. О, какая-то странная локация, на канализацию напоминает. Но в любом случае, мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам нравится игра. И мы продолжим в нее играть уже в следующей серии. А пока, всем пока!